Здорово, народ! Буквально на днях Риоты представили нам нового чемпиона, и зовут ее Киана. Да-да, вам не послышалось, мы ждем очередного нового чемпиона. И еще комьюнити не успело остыть после выпуска Юми, а реворк Мордекайзера даже не вышел на лайв-сервера, а у нас уже новый анонс. Причем сам чемпион выйдет буквально через патч. Так или иначе, с какой-то стороны это даже круто и напоминает Лигу Легенд 5-летней давности, когда анонсы чемпионов проходили раз в месяц. Перед тем, как мы перейдем к обзору, приглашаем вас принять участие в нашем летнем жарком розыгрыше. У вас есть шанс выиграть сундуки, иконки, скины на Джейса из боевой академии с редким зеленым хрома, демоненка Тристану или любой скин на ваш выбор до 1350 РП, а вишенкой на торте стала подписка на LEG Pro View. Это новый функционал Riot Games, позволяющий смотреть трансляции чемпионата от лица любого из игроков в реальном времени. Итоги подведем уже в этот четверг, 13 июня. Ссылка на розыгрыш будет в описании. Удачи! По уже устоявшейся традиции, Киана явно претендует на место новой имбы. Фишка чемпиона заключается во взаимодействии с ландшафтом ущелья призывателей и различными элементами, такими как вода, земля и природа. Так сказать, местный аватар, повелительница стихий. До выхода на тестовый сервер довольно трудно сказать, на какой позиции она будет играться, но мы точно знаем о том, что это убийца с физическим уроном. Об этом Риоты намекали нам в своей статье анонсов, где нам тизерили Юми, реворк Пантеона и Мордекайзера, а также анонсировали нового стрелка, выход которого запланирован на конец этого года. Вернемся к Киане. Умения выглядят очень интересно, и вполне вероятно, что этот чемпион будет сложным в освоении и потребует хорошей реакции, и однозначно станет новым любимчиком G2 Капса. Итак, давайте взглянем на ее умение. Пассивное умение. Первая автоатака или умение по чемпиону имеет бонусный урон. Умение мгновенно перезаряжается, когда Киана выбирает новую стихию. Кушка. Киана кидает свое оружие в заданном направлении. Если оружие использует определенную стихию, то оно меняет свои свойства, а также будет иметь увеличенный радиус атаки. Земля наносит бонусный урон целям с низким уровнем здоровья. Вода же обездвиживает противника. Природа — по направлению атаки появляется зона, в которой вы становитесь невидимы. W. Вы выбираете определенную стихию и делаете небольшой рывок в заданном направлении. Находясь поблизости выбранного элемента, в бонус вы получаете скорость передвижения, скорость атаки, а также дополнительный урон. Ешка. Тут все слишком просто. Вы совершаете рывок в заданном направлении, нанося противнику урон. Даже немного скучновато, не правда ли? Рита, видимо, помешались на мобильности новых чемпионов. Ну и, конечно же, ультимейт. Вы отталкиваете противника ударной волной, причем, проходя через определенные элементы, меняется и свойство ультимейта. На реке цель замораживается, а при столкновении со стенкой происходит огромный взрыв и оглушение противника. Пока это все, что мы знаем об этом чемпионе. Уже совсем скоро ее добавят на тестовый сервер, и мы сможем показать ее в действии и рассказать о первых впечатлениях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте, а также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Данный ролик был подготовлен и озвучен командой VT Production специально для канала Sharks.